Прота. Так, Олег, руку поставь, если есть. Еще. Иди еще скинь. Чтоб зашел он. Да, хилы, напрягитесь. Просто надо еще чуть-чуть подальше РД достать, чтобы не так их были. Били. А так, ну, когда близко, наоборот, нормально хилича. Частицы лупят, не знаешь, как хорошо. Ну, давайте, пусть РД подальше станут тогда, окей. Все, поехали. Так, где у меня тут на АП? Верпал, кинь по себе этот шапку. Чтоб все было. Сферы все бьют. Еще раз говорю. Шаман, там тотем от природы поставишь. Да, да, я поставлю. СС забыл сказать. Ладно, пофиг. Брусты сейчас не отдавайте. На приливе отдадим. Агр. Лок, бей пока сферы. Пусть пока агро наберет. Геру давай. Геру, все в босса. Сверху. Блин. Берните, пожалуйста, Олег, ой, Гриша, берни. Как вы умираете вообще? Так, ману залили тебе. Озарение еще кинь, пожалуйста. Сферы, быстрее бьем. Все, жопа, чё, минус хилы.
Да? А что это делать еще? Как больше тут не убьем без хилов? Блин, почему на нас сфера агрится? Блин, я красный не починить. У Lexus джипс есть, если что, если откатилось. Как вы умираете, не знаю. Став на нас агрится сферой. Так мы сразу бьем ее. Хрен его знает. От сферы умираем. А сразу мгновенно сферу херач. Что-то прошивает они. Сфера у нас нормально умирает, типа не успевает вторая выйти, первая выдох выйти, это нормально. У меня есть танк, я могу потанчить. Да-да. Других никого нету. У Олег ретрик не очень, но по-моему. У него в сотый не собран. У Гриши у тебя есть сова? Ты же, по-моему, не одетый. Вот видишь. В три хила от такой себе, конечно. Народ, поднимите. Давай тогда, может, ты Олег в ретрике будешь? Стас, я пуху на него вообще не взял. Вот что хреново. Ну, вчера... поднапрягитесь как-нибудь, не знаю. Жив стоит, вон, это починить. Поэтому просто пройдем дальше, больше легче, там не будет. Дальше то вообще там нормально все пройдем. Вот тут главное поднапрячься вам и все обоим. Все четко будет. Так, я каски раскидываю. Да, СС раскидайте сразу. Один СС на Гербера киньте, один СС на Филигана и один СС на Клокинта Луча. Кого? Давай я на шамана дам СС. Хардмод. Давай на шамана, да. Шо? Чтоб стал. Да, Леночка дерево пусть кидает. Ешьте. Рыбку. Кубоб кинь на Филигана. Реально, Гербир, у тебя 200 ОД есть, братан? Пойди себе тринку за 200 ОД купить в Роскуе. Там 200 ОД тринка стоит. Типа... Ну да, вот это 170 выносливости убрать вообще, но... А зачем такой-то рыбный пер? Он вообще нафиг не нужен. Иди купи за 200 ОД, это хуйня вообще. Там есть такая, блядь, белая, как она называется. Не яйцо, или как, я не помню. Сейчас суманем тебя. И, типа и самому приятнее будет, чем с этой.
Вот, Олег, шамана твоего не хватает, ё-моё, хила. Ё-моё. Да шаман-то один бы захилил. Ну, на нем КД. Да ты там вообще в соло захилишь. КД на нем, Стас, КД. Да понятно уж. Пошел, блин. Со следующей Шкири, недели. Блин. Ну, со следующей недели не буду вешать вообще КД. На следующей неделе ты будешь собирать. Гриш, тебя с ума нет? А, все, тут уже. Все, кричу на ХП, да. Поехали, всем все хватает. У Филигана что там, есть СС? Кубо, кинь СС на ХПала. Он умирает уже сколько раз. Он вообще в дисе, нет? Лох, кажется, не влезет. А, нормально, да если что, меня дадут. Не, друиду дал другой лок. Пипец, ладно, пофиг. Да, поехали на позицию. РДДшники, хилы, застаньте-то подальше, чтоб вас не дамажило. Попробуем так. Сферу все свечаемся прям сразу. Бурсты оставляем на прилив. Сферу, сферу. О, а сейчас плывешь. Херачу. Давай, Геру, бурстим босса. Сферу.
РДД в босса давайте. Велики, добиваем сферу. Босса. Тримера нету. Гриша, кинь. Озарение на хулипал. Все, больше не будет сфер. Убиваем. Ну, нельзя было так с первого раза сделать. Стасян, а я тебе скажу, вот мне ни разу ничего не прилетело, когда я тут подошел. Давайте, рольте кольцо. Ретрики, ну РПБ, да, не да, знаю, да. Нужно тебе разве? Смысла нет. Больше навара или какого-нибудь друида, не знаю, на катану. Мне не надо, у меня такой есть. Так, Лексус выигрывает, да? Хилы остались под СС-ом что-то или нет? Рольте. Проверяйте, сейчас сотку выкину. Ну. Ебать, я крутой, 78. Просто. Ё-моё. Лучше. 74 оба. Переролите двоем сейчас. Войт и Филиган. Переролите. Ясно. А ну куда тут кидать 96? Никто и не говорил. Чё мы этот? Не, давай сейчас вначале вот этого убьем, а потом побежим это весь трэш. Да, вот этого убьем сейчас. Потом там СС накиньте. СС, по сути, сейчас висит ведь, да? На тебе и Гриша висит СС. А, все четко. Потом Паус еще диван кинет. Да, по-моему. Да, сейчас два вот этих еще моноедов убьем. Давай, бежим все. Бежим, всех пробегаем. Хильте, вы хильте, паладин-то, вы че? Хильте. Пауза, хильте. Пробегаем всех. Лок, пробегай вперед. Старайся выжить. Потом, короче, диван кидайте на Гирбера. Или на какого хила. Мы можем на мостик дальше пробежать. Ну, пошли, пока живые. Там уже умер у нас от кисть челик. Кому диван кинуть? Кинь на Гирбера. На Гирбера кидай, умираем тут, да и все. У нас чел откис на подъеме. А, блядь. Да у нас этот встанет, если лоб. Да умираем и все сейчас. Чего? Переснемся. Сейчас, подожди, не снимай, пока. Диван пока не снимай. Ха, проебали.
Подожди, сейчас, короче, в тень уйдет он. А, блин, обратно отбежишь. В тень уйдет, отбежишь. Иди, беги быстрее. Мне встать или не надо? Походить. Я могу. Да надо было там просто остановиться. Зачем вообще? Быстрее намного проходит с этим велосипедом. А мы захотели больше еще. Я спокойно дальше пробегал. Ну, и на мосте мы уже все делали. Я не знал просто, как вы хотите. У нас друид умер. А, у него СС. Ресы, короче, всех. Так, у нас лог где? Там же, да, лог там умер. Ой, Роман, ресай, ресай меня и ресай ДК, еще шкаф поставлю, мы вас не, застумали. Не, дальше не забегай, там моб стоит. Он винди сейчас вылезет, видишь? Забегай. Не бегите, мы. А что, меня не слышно, что ли? Сейчас, да. Так я спрашивал, не стать или не стать? Самая проблема, знаешь, в чем? То, что лок у нас дальше лежит, а как его ресать-то сейчас? Сейчас суманем, не паникуй, все нормально. Мы тут все красиво делаем. Все, я сейчас смотри, ставлю шкаф. Ну все, давай, я встаю тогда. Все встаем тогда, да, нас засуманет. Пожадничали что-то. Больше захотели. Бля, чуть не упал. А кто у нас на ПДПС то больше всех дает? Потом на погибель поставим. А, кубоп. Так, а все тут? Рыбку да, Пала, давай засуманим. Да нет, так-то успеем. Главное, чтобы на мочузаре нормально там попало. А сколько боссов будем выбирать? Вообще боссов 11, по-моему. А, 3 босса и вас? Все, поехали, да. Сейчас на козла еще сейчас забежим. Сейчас мобы вылезут. Значит, на лучи стану я на синий, а после, когда мы третий раз от него отбежим и обратно вернемся сюда, если что, кубок станет. Ну это потом, пока ты так и... Да, я понял. Все равно, Лианочка, страхуй меня, если что, стой рядом со мной, если вдруг я откисну. Потому что там лужа может кинуться, еще в херняк. Ага. Uh-huh. Как приятно. Там ноги надо вообще, нет? Писаните, кому кондёр нужен. Всем локам надо. Надо всем, а заберут не все, типа. Не бывает, не бывает.
Сейчас, короче, вначале беса убьем, чтобы тамак по нему жесткий пошел. Потом босса. А потом после кары в РБК идем, правильно? Правильно. Не знаю. А можно с вами РБК? Я хантом, если пойду только. А, я забыл, у меня все РБК закрыты. А, сразу заднюю дал. Технично отмазался, а не задний. Ну, поехали. Давайте вначале беса херачим, потом босса. Чат от ДПС потом проверяйте. Давай Геру, шаман. Геру. Все. Но не повезло тебе. Лисички ему больше нравятся, видимо. Что-то как-то пошел в кару, короче, локом. Первый раз. Перчатки, короче, забрал сразу. И кондёр. Еще бы, конечно, голова выпала бы. Вообще офигенно. Так, я... Ну, Гриша, хиль. По-жёсткому. Да ладно, выхили сейчас, что нам осталось тут. Как же легко быть топ 2 ДПС. Полная хрень выпала. Чего либо надо. Рольте, кому надо.
Ну, это Ардру, наверное, уходит. Гриша Грац. Надо кому, нет? Один. Лучший просто, я великолепен. Тебе-то, Гриш, зачем? Не, ты только на мейн ролишь. Все на мейн ролят. Ага, посох, конечно. Так, все тактику знают на маге, надеюсь. Ага. Вот это самое главное. На големах мы там геру дадим просто все. Ну, у нас же три лока как бы. Разберутся. Просто кините там изгнание и все. Одного эфир. Разберетесь, короче. Короче, на финце не двигаемся и все. Притяжка, бегаем в стене. Все, вся тактика. И косты сбиваем. Огненный шар, ледяную стрелу. Чародейные стрелы не сбиваем. Потому что он долго кастует их. Заходи, лок. Все, вся тактика, по сути. Косты, главное, сбивайте. Да все, косты погнали. Шаман, он может сбивать. Да я позбиваю еще. Вот эти стрелы не сбивайте, он долго кастует их. Пофиг. Вот эти сбивайте. Ледяные стрелы и огненный шар. Про ТДшники близко не стоите, потому что на вас может не мотая вешаться. Венец, не двигаемся. Стоим на месте. Я лут, короче, поменяю на групповой. Там кому что надо, сами порулите между собой. Беги, малыш, бегаем в стене. Шаман, тоже сбивай косты. Короче, шаман, ты на огненных шарах стоишь. Сбиваешь только. Я буду ледяные сбивать. Ну и Лексус тоже. Если там что будет. Не в КД. Венец. Шаман, ты чего не сбиваешь? Расслакал. Геру давайте. Там, Локи, кидайте этот изгнание. Одного фир.
малышка, беги! Сбегаемся. Обновите изгнание. А то сейчас убьют танк. Захильте танк. Сейчас мобов будем пропускать после этого босса. Сейчас мобы исчезнут, по сути, должны быть все. Венец, не двигаемся. Это все на ловкость падает. Так, короче, сейчас СС-ов скидайте там. Локи. На Гирбера один. Один на Филюгана. Да, сейчас пробежим. Да-да, мы пробегаем их тоже. Сейчас все вместе побежим. Давайте все сюда. Сейчас опять отстанете. Все, поехали. Угу. Потом диван там кините на Гильбера. Надо было по краешку, не всех хватит. Нам и так по краю. Бежим, бежим. Этих тоже пропускаем. Дальше бежим. Подхиливайте только танка. Весь рейд. Так, Гильбер побежал. О, хорошо. Ну все, можно тут умирать. Умираем. Судя, пробежали уже. Все четко. Диван-то зачем на меня? Ну, спасибо. Да ладно, суманем. Все, снимаем диван. Это если что, будешь держать. Все, если. Хотя бы тапки взял. Что говоришь? А, да я сам. Лок одного лестницы сразу, чтобы это шкаф поставил. Быстренько. Так, короче, на синем у нас кубок получается будет. Так, на зеленом получается я буду.
Ну или Lexus. Давай я бы на зеленом, без разницы. Ну танк, понятно, естественно, на красном. Все, будем прибегать от стены до стены. По тактике. Рыбка. Все, ничего сложного. Рыбку кушает. Мы договорились, кубок будет на третьей уже этой стене становиться, на экзекьют. Ну там, да, если что у вас там по этим, по бурстам. Сами распределитесь. Главное это, не слакайте лужи. Сразу отбегайте. Да, поехали. У кого ССКД еще нету? Так, на Гербере висит. Ляночка, повесь на Филюгана. СС, пожалуйста. Только прошу вас, смотрите, пожалуйста, лужи. Не слакайте. Тут ДПС прям вообще нормально нужен. Все, от стены до стены будем бегать. Все, поехали. ДПС хватает. Сейчас он подбежит и сагришь. Жди пока. Ну так-то да, хватает. Так, кубоп на синем, знаешь, да? Он станет на экзекьют фазе на синий. Сейчас хардмод станет на синий. А, ну окей, первый. Окей. Давай, а, давай. Ответил. Хорошо, хорошо. Давай так сделаем. Геру дай. Да не, не надо пока. Не надо, не надо. Потом. На следующий лучше дадим. Или как бурсты откатятся у вас там. Встаньте кто-нибудь. А. Все нормально. Я думал, кто-то умер, уже испугался. Разбегаемся, разбегаемся. Блин, заслакал сейчас я. Сейчас по-любому выстрелит, да? Не, нормально. Роман, как ты видишь, запомни, на этом боссе при пуле. Только синий луч ударил в ДТшку, сразу гиру нажимай. Бурсты-то откатились? А, нет, еще, наверное. Ты бурстил? Нет. Что прям бурстить? Это я иду. Да так же пока что. Кто там зеленый закрыл? Шаман, уйди от зеленого. Все, разбегаемся.
Спринт врубай, быстрее. А, все, пуль нет сейчас. Угу, отлично. У тебя Лев качано? Не вкачивал. Плохо. А, ой, понял. В следующий раз, если вот так луч под нами появляется синий, веди его в другой конец этого. Понял? Потому что только что не поет, потому что я далеко не успел перебежать. Быстрее откатились? Давай, Геру. Шаман. Да, ёшкин кот, вот я сейчас сам слакал, да. Лексус станешь на зелёных. Бернишь? Тише. Синий, закрой, я уже подо мной появился. Не успел отойти. Спасибо. Разбегаемся. С хантом-то, конечно, попроще было бы тут бегать-то. Да не надо, не бейте меня. Стой на луче ты. Нормально на дамаж. Забей. Не тратьте БР пока. Да, был, слушай. А, этот, БР был. Так всего печально будет перебегать. Посмотри, если не успею. Смысла нет. Через 5 стаков надо бежать, 6. Все, бежим. Второй лог уже умер. Ляночка, станешь на синий луч. Ну, до берсы еще 3 минуты, так что по сути успеем. Прожми это, как его, короче, разделение урона с пальцем. И все знали, что есть. Там синий луч, Ляна. Возле ока. Оба захильте. Готовьтесь перебегать. Все, перебегаем. Ляночка умер. Да, не знаю, давай опытный станешь на луч синий тогда. Давай, давай. Лексус пусть станет, он побольше дает. Лексу станешь на синий, я на зеленый стану. Синий с этой стороны.
Давай попробуем как-нибудь еще. Еще минута, по сути. Хотя я не знаю, сейчас, наверное, на мужика будем стоять. Смысл перебегать. Вообще есть, нет. Ну да, сейчас будем до конца стоять. Когда, короче, плевать начнет, просто в спину встаем и все. ШПшники нормально. Я с Фэтом по минус 50, в смысле я быстро дохну. Давайте, давайте, больше, больше бурстов. Пожимайте там, не знаю, приколты. Что-нибудь. Еще два ляма. Для карты просто друиду надо было ходить. Давайте за спину. Смысла нету сейчас бежать уже. Берса будет. За спину, за спину. Поближе к боссу подойдите. За спину. Не, не добьем. Он сейчас завыдится. Под берсой. Все, видишь. Убегаем. Чуть-чуть не добили. Ну да. Ну да, я на него частицы кину, потому что... Ну давай попробуем так, да. По сути, ДПС он дает. Да, там сейчас на власти остается-то, получается. Вот этого добьем так. Шахматы нафиг не нужны. Не, ну там, видишь, главное вовремя среагировать, да, когда лужа появится. Не знаю, зеленка вообще прокает, нет, под лужу. Ну это да. А все, уж всех это резнули. А, Лока надо засуманить. Два чека, да. Так, СС тогда киньте на Лексуса. Раз он на синем будет стоять. Рыба. Дайте СС Мианочка или кто, или клубок киньте на декашку, на себя пусть. Ладно, в бою потом. Шмал, Гера откатилась? Да. Дай, когда станут, ключи появятся, нажми Геру сразу, пожалуйста. Все, все, хорошо. Веру. Да, давай.
Сейчас на зеленый, на синий стан, во, все, ништяк. Давай бустим. Все, побежали. Она лучше стоит. Все, бежим. Блин, сейчас плюнет по-любому. Да, массакру давай. Ништяк, все выжили. Надо чуть-чуть поближе к стене там ставить будет. Нормально убежали. Так, до берсы 4 минуты. Да главное, чтобы не умер никто. Ну да. Виша, виша. Да, да. Ну, я влево пойду. Или чуть вперед еще можно пойти.
Просто возьмите как задорное, типа вы вот ориентируйтесь по синему лучу, типа. Вот мы сейчас тут стоим, вы туда бегите, босса в эту сторону бегут, а вы ближе к стенке, сразу смещайтесь от ДДшки. И мелики становитесь так, чтобы вам быстрее было убежать. Пусть сейчас кобоб, да, встает на синий. 35%. Он без, походу. Мод стоит. Два раза мы, меня лупит. Ну еще одну перебежку. Прям синий станет. Вот все хорошо. Уже. Посмотри, я первый раз перебежал. Бежим, 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 бежим. Три. Причем это анлаки два раза ужина одного и того же алло. Все, сейчас убьем его. Один лям всего. Я под камнем, но на мне лужа стоит, я не буду вставать. Сказать, я бы отбегал за. Лужа, лужа, пау. Грац, чё? А, ну, меч классный, да? Кому надо, мне не надо танк. Можно ли на второй спек ролить меч? У танка лучше. Но если танку не надо, роль. Ну все, последний остался босс. У тебя топовые матрёхи с Ульдуара или что? Ремонт, чинитесь. Да, откатилось, наверное, у кого-то уже. Угу. Ну, видишь, у нас два хила будут хилить. Вот это фигово. Потому что у них что там... У Эрдру нету второго спека. У Ретрика тоже ухопал. Пухи у него нет.
Так, кто сможет следить за этими, за метеорами из РДД? Смотреть. Просто мне милику, как мне это херово смотреть будет. Да просто метку на него повесить, чтобы все стояли. Одна метка. Кто возьмет ответственность? Ну сейчас придет так. А меня вон Олег заставил собирать коржан. Я не люблю собирать. Ты сам хочешь. Можно устроить так-то? Да, сейчас пишемся. Да, у меня что тоже танк. Шаман да, да. Есть. У меня тоже лок есть. Мы... Хардмод сможешь? Мы с тобой очень, бля, у меня камера близко. Мы просто на тебя метку поставили, чтобы все стояли рядом с тобой, бегали за тобой. Ну ладно, я посмотрю, я Дискорде ладно, говорить. Посмотрю, пофиг. Давай, поехали. Вы главное стойте, где вот хардмод стоит, сейчас я метку поставлю на нее, чтобы прямо это вас не бомбануло вот этим сферой, или как он там, АОЕшка-то это гребаная. Вот, в печеньке стойте, все РДДшники хилы, и хильте. Милики вот сюда будем сбегать, на дебафе, и все. Поехали. Метеор РДД в вас летит, смотрите. РДД. Идите к выходу, там станете. Там можно сейчас стать. Так, на мне понял. А, танк в тебя летит. Давай вправо. Да. Милики, давайте в этот, далее. Ника побежал, понял. Там тупанул. Гербер, реснешь? Ну, спасибо. Спасибо. Олег, обнови этот каску. Рэд и кулак. Кома СС снят из хилов. Во мне нет, но я... Киньте филигану. СС еще. Спал, да я далеко. И равно мало ли чё.
Пока нормально. А если что, там прямо можно бежать, там нету ничего. И там скоро начнут попадать. Так, в РДД. Так, сзади летит далеко, хорошо. Ну, вообще, да. Вот, первый уже пропал. Да, вижу, по центру сейчас есть. Да, пробежать. На центр. Да пока не надо. Там потом вот эти туда. Далеко он летит, хорошо. Нас чуть-чуть зацепит. Ух, еле успел. Режим велики. Давай Геру, шаман. Так, летит далеко, хорошо. Если РДД к вас, вам полетит, да, вы сближаетесь в мелизону. При дрожи станете. Босса, чтобы вас не откидывало. Так далеко. Лям 300, давайте, подожмите. Нас летит, кстати. Побежали к выходу. К выходу, к выходу. К выходу бежим. Вон в угол зажмись. Блин, спустись только, пожалуйста. Ага, все. Все, грацию, ребят. Охотник, разбойник, ой, рыцарь смерти, маг, чернокнижник. Рольте кольцо. На меня ничего. Не, ну поясок вырвал тоже хорошо. А чё кубок-то ливнул? Значит, КСМС отдаю.
спасибо, ребят. Да, не за что. Вам спасибо. Рольте Лабрису. Так, отдаю, конечно же. Без вариантов просто. Так. Ну да. Поздравляю тебя, Lexus. Может, еще Т4 заберешь? Лианочка 80. Хардмод 96. Все ясно. Это второй вкус. Опытный. Я тебя обожаю, опытный. Я с тобой в РБК с любым хантом пойду. Он реально везучий. Я с ним в РБК ходил, падает тот шмот, который мне нужен постоянно. Типа, тут все еврейство. А, роль тебе вот этого? Да, я тоже пароль, у меня такого нет. А РБК есть у вас место? Ага, на всем спасибо, ребят. Всем спасибо. Так, Гербер выиграл. Пойдем. РБК место есть у вас?